Сергей Прокофьев, народный артист РСФСР, лауреат 6 сталинских премий, считается одним из главных композиторов 20-го столетия. В 1991 году в его честь выпущена почтовая марка СССР номиналом 15 копеек. К вашему вниманию классическая симфония. Исполняет симфонический оркестр колледжа театра Галина Вишневская, художественный руководитель и главный дирижер, лауреат Всероссийского конкурса Айрат Кашаев.
Thank you.